привет. Пейзажи такие. Идем на свое местечко. Всем привет. 7:57 утра. Карантин. Все отдыхают. Дом сидят. Соблюдаем режим. Здесь тоже никого нет. Я один. В природе хрень пока еще не занесли. Все нормально. Сейчас посидим, костерчок пожжем, чайку попьем. План там есть свои, на благоустройство чуть-чуть местечко. Там как получится. Так погода, конечно, чудесная. Солнышко пробивается. Возможно, еще будет. Птички поют. Красота. Ручейки вон идут. Везде вон по бокам кореги, везде вода. Снег хотя бы не был, но тут место такое болотисто. Так что будем просто наслаждаться природой. Лес зашел. Там ручей еще был, переходил вброд. С балки по бревну. Ну идем, конечно, тяжко такая, вот такой мелкий подлеск. Все, конечно, очень тяжело по ним идти. Сейчас еще чуть поменьше километра будет на месте. Говорит, шел по лесу, вдруг увидел дерево. Сювель, по-моему, называется. Нарос вот такой вот на березке. Нехилый такой совсем. По-моему, даже толще, сама березка. И березка живая. Огромный. Идем дальше. Посмотрим, что тут за почем. Давай. Я тут была. Палочка. Начинаем разбираться потихонечку. Он сделал. Козел так называемый. Дрова пилить. О. Потихонечку обосновываемся. Сижу, обедаю. Сальцован. С хлебушком. Картошечку буду жарить. Чуть расположился. Костерчик вот догорает сейчас картошечки, ну угли есть, сейчас буду делать. Лавочка, навес, естественно. Ну тут расположение такое, не чуть-чуть, не столько. Еще одно местечко. На всякий случай, в случае гостей. Вот этого я доделал, сейчас стоит устойчиво, пилить можно прям нормально верить. Все, что-то вокруг что-то гремит. Ездить. Мотоцикл, кстати, ездил по дороге. Чизат какой-то, что-то слишком громкий. А так ничего. Солнышком вышел. Красота. Сейчас еще часочек другой. Буду дома собирать. Я требую продолжения банкета. Картошку надо еще сделать. Вкусняшка ждет картошку. Делаю такие вот вкусняшки. Картошечку, сало. Вообще пахнет даже уже вкусно. Посмотрим, что будет. Вот уже чуть-чуть понаделал я. Вот. Карп собран. Продолжаем.